Всем привет! С вами Ирина Маркелова, участница проекта Whole World с 2013 года. Как вот в 2013 году у меня начали поступать денежные переводы от людей со всего мира, из 162 стран мира, так и до сих пор они поступают. Очень много переводов, прямо, знаете, как из пулемета. И здесь мы можем видеть, какой уровень, какая позиция. Это вот в марафоне денежка пришла. Зайдем в PR кошелек. Смотрите, у меня даты могут не совпадать. Я сегодня снимаю у нас 2 сентября, и вот я буду показывать. А выставлять я буду уже, к примеру, 5 или 6 сентября, потому что у меня каждая публикация запланированная, и они у меня выходят в 12 часов дня по московскому времени. Вот мой PR кошелек. Сегодня у нас 2 сентября. Вот буквально 15 минут назад, вот 20:44, сейчас у нас 21:00. Мне пришло 3 доллара, 2 доллара, 2, 2, 3, 1, 1. 15 долларов пришло, 5, 5, 5, 5 и так далее. Вот сами посчитайте, да, сколько долларов в день вы можете получать. Я 8 лет получаю зарплату в долларах. Кому вот рассказываю в своем поселке, и иногда открываю кошелек, у меня там доллары лежат, они глаза вылупляют. Откуда столько и где ты зарабатываешь? А вот так вот в проекте «Всем миром». 4 места у меня активно в марафоне, уже более 10 тысяч долларов я получила только лишь в марафоне. В эстафете у меня результат еще больше. Буду связываться сейчас с партнерами. Некоторые здесь оплачивают благотворительный марафон уже ежеквартально, уже постоянные партнеры, потому что знают, что с конверсией они могут профукать свои хорошие места. Ну, а некоторые занимают эти профуканные места и становятся в выгодную позицию. Свою партнерскую ссылочку я оставляю под видео. Всем пока-пока, до новых встреч!